Важное открытие сделали ученые Ивановского института химии растворов. Им удалось заставить целый ряд новых антибиотиков активно взаимодействовать с водой. Это открытие может перевернуть всю фармацевтическую отрасль. А это значит, что новое поколение лекарств будет намного лучше и быстрее усваиваться человеческим организмом. Ивановские ученые работали над созданием быстрорастворимых и эффективных таблеток 7 лет. Химики изучили, как препараты реагируют на водяной пар при разном давлении, и нашли точки, соединяющие лекарства с жидкостью. Сотрудники института создали новые версии антибиотиков для желудочного сока и воды. Препараты растворяются в 30 раз быстрее, чем аптечные аналоги. Требуется, так сказать, пройти определенные стадии испытаний. На данном этапе мы, значит, преодолели биологические испытания и готовимся для некоторых препаратов с нашими индустриальными партнерами, которых у нас не очень много, перевести их в предклиническую стадию испытаний. Фактически осталось проверить новые средства на подопытных животных, а уже потом протестировать их влияние на организм человека. В прессе и научных журналах изобретения уже назвали быстрыми антибиотиками. И в какой-то мере это действительно так. Предполагается, что новое поколение лекарств за счет моментальной усвояемости позволит снизить дозы медикаментов и тем самым уменьшить нагрузку на организм. Потребителям, те, которых принимают, они получат более эффективные лекарственные средства, которые будут действовать быстрее, которые будут обладать меньшим спектром побочных эффектов, ну и которые, так, предположительно, так сказать, будут дешевле им стоить. Пока на российском рынке инновационный продукт оказался невостребованным. Фармацевтическим компаниям новые технологии невыгодно, ведь их задача – продать как можно больше медикаментов. С появлением недорогих и быстрых препаратов потребление снизится. А вот несколько зарубежных организаций всерьез заинтересовались разработками ивановских ученых. Дальше, конечно, основные усилия мы будем прилагать для того, чтобы внедрить все наши разработки именно на российском рынке. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы наши разработки были доступны населению, которое проживает вместе с нами в нашей стране. Быстрорастворимые лекарственные соединения могут совершить переворот в лечении многих болезней. Ученые надеются, что новое поколение медикаментов будет доступно россиянам примерно через 5 лет. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.